Давайте сундук посмотрим. Акс. После Акса боксера мне пофигу, ну маска прикольная. Бонни Флетчер, такое. Террор Блейд, такое. Ликан, такое. Марс, копье очень красивое. Слардар, прикольный, прикольно. Он похож на гирокоптера сзади. Вообще, как будто это гирокоптер, а не Слардар. Прикольная тема. Это что, жижа какая-то? Прикольная жижа. Акс с золотой маской. Хуйня полная, потому что разницы не вижу. Некрофил, откажет типа плащ вонючий с демонами. Пойдет, прикольно. И Аегис. Ну, нормально. Что-то слишком мало редких шмоток в третьем сундуке. То есть, типа, акс редкий, это одно и то же, что и вот этот акс, по сути. Только маска золотая, окей. Но, конечно, некрофос самый пиздатый. Вот этот плащ вонючий. Прям офигенный. Смотрите, как стикеры выглядят. Блять, опять петух. Ты заебал, почему только петух появляется? Посмотри эффект некрофоса. Типа оно второй скилл меняет, да? Ух, ля, какой вонючий, ебать. А ну, а если еще радианс купить? А, у меня ж нету от компендиума ауры радианса. Прикольный, прикольный. Не, некрут, я сразу сказал, я даже без эффекта, я просто по шмотке сразу сказал, что шмотка охуенная, она красивая. Лесок на боксере сходу. Почему-то, блядь, шанс на выпадание петуха огромный. Петух, блядь. Ля, не хуярит. Блядь, Вайт не петухов хуярит. Сука. Убийца Мувов чувствует себя уверенно на ХПТС только на Тинкере. Как думаешь, на каких героях бы ты чувствовал себя уверенно на высоком рейте? Спасибо за донат. Да нет, не только на Тинкере. Я типа заходил, пару раз посмотрел. Он там то на Леге, то на Тинкере обычно играет. Но пусть старается, хули. Просто нужно понимать, что если ты идешь на хайп ETS, то твой пул героев будет очень узеньким. И очень маленьким. Потому что, ну, в этом суть. То есть ты должен понимать, что чтобы поднимать рейтинг, тебе нужно играть на узком пуле персонажей. Но это крайне скучно, я считаю. Вот, а по поводу... Просто мне впадлу, я бы играл, например, на Шторме, на Эмбере, на Темпларке и на Вайпере. Вот я бы играл на этих четырех героях. То есть, если бы я ходил куда-то на керри, то это еще бы 1-2 героя. Там взял бы какого-нибудь антимага, дамазал. И плюс-минус еще кого-то. То есть, типа, такое. Тролль, вызывай скелетов быстренько. Мне надо крутиться. Жестче крутиться надо! Ай-яй! Понимаю. Ну, блядь, крипы сильные оказались, блядь. Акс еще не крутился, подставил меня. Ах, вы, сука, еще и регенитесь тут, петушки. Ух, вы, суки. Конечно, блядь, с регеном любой может в лесу акса пить. Там еще ТП на мид, блядь. Ладно. Блин, а почему так бывает? Ну тогда хотя бы шивуху с соком. Я шавуха приду, с проверю так. Шучу. Блять, вот сразу же нельзя сказать, да? Сказал, да вы что, блять, у вас FPS нахуй? Или пинг нахуй? Так быстрее, думай, я тебе говорю, я сколько тебе раз? Три раза сказал. Там даггер есть. Уехал. Вайпер ни одного скилла не дал, понимаешь? Вайпер, а ты кнопку хоть одну нажмешь? Хоть одну, блядь, кнопку. Меня как бы застанили. До стана, под агр. У тебя было время под агр 2 секунды, тики, чтобы дать кнопку. Все, короче, дело. Да сам иди нахуй. Не смог. Не, то, что ты не смог, то я понял. Из-за этого мы драку проебали. Ну окей, все, и базовались. Что ты несешь, придурок? Вайпер-пулемет, это ты про вот этого? Это вайпер-долбоеб, а не вайпер-пулемет, братиш, если ты об этом. Пиздак бьют, слышно. Я загубил. Голема скинула. Блин, у моих пацанов все хуево прям. Но это во многом из-за того, что вайпер долбоёб, как я это уже выяснил. Сейчас сделаем БМ и камбэкнем эту игру. Мы все равно тут засолим, я прям чувствую. Я чувствую запах соляры, понимаете? В этой игре будет соляра от Акса. Запомните мои слова. Я камбэкну эту игру. Я при том, что я выиграл мид, блядь. Ты не играешь, блядь, игру, сука. За какой-то ВРК нахуй, которую невозможно убить. А, Паша. Ты еблан, блядь, ты видел, что было вообще нахуй? Кусок говна. Ваша уже это нахуй. У тебя нет команды нахуй. Ты соло плеер, блядь. Напиши ник. Играю соло, блядь. Так, пацаны, расслабьтесь. Хватит ныть, блядь. Сейчас ШБ это делаешь, пятером подеремся, все нормально будет. Да он и тупой, блядь, кусок говна. Расслабьтесь, алло, перестаньте, блядь, ругаться. Успокойтесь, блядь. Сейчас они пойдут на Т3 заходить будут, мы их отпиздим. Ты нахуй пойдешь. В Т3
Кто там подпёздывает? Нахуй сходи. Да сам иди нахуй, ебать. Нахуй. Да сам иди нахуй. Ты нахуй. Да сам иди нахуй. Ты иди нахуй. Да нет, ты иди нахуй. Нахуй первый. Да сам иди, нет, ты первый. Я все время на один раз больше тебя посылаю нахуй. Ты на один раз больше идешь нахуй только. Поэтому иди нахуй. Салют уже самое. Но все равно проигрываю. Да все, иди нахуй. Ты все время на один раз идешь нахуй. Иди нахуй. Все, погнали, я ворвусь, всех убьем. Давайте, блядь, только играйте. Погнали, пизди. Там дизоль кого-то. Ну все, блядь, а вы плакали, сука, всю игру, заебали. Да иди ты нахуй. Да сам иди нахуй, блядь. Ты нахуй уже. Да сам пошел нахуй уже. На один раз нахуй идешь больше. А ты на два. Ты на три, следовательно. А ты сосёшь. Почему один из вас просто не можешь закрыть рот? В смысле, мы общаемся, у нас культурный диалог. Я сейчас что-то не знаю вообще. Хорошо. Давайте, хватит плакать. Вы, блядь, мужчина или что вы, тряпки? Ты нахуй. Да сам иди нахуй, ты заебал меня уже. Короче, никуда не лезем, просто пусть идут пушить, мы их будем на дефе пиздить. Главное, вайперам лужу кидай под урсу, чтобы он не стакал хуйню свою, ему пизда будет. Не, так и кидаешь. Фу, блин, это Т2, тут сложно будет. Ну можно, я сейчас сагрю урсу. Лужу всю хуйню, давайте. А чё шторм умер быстрее меня, брат? Каким образом на шторме ты умираешь? Когда меня шаклят, станет и ебут. Фларк, давай. Боже, как а ты что думаешь идёшь про ТБ? Соло. Как тебе он? Я засолил урсу, все нормально. ТБ ситуативно неплох. Как он? У тебя атос есть, нажми хоть что-нибудь. Ёбаный кашалот, блядь. Стики, атос. Ну смысл, блядь, продай его тогда, чтобы не нажимать. Сларк хорош, глянь, что творит, молодой. Молодой и дерзкий, посмотри, блядь. ТБ ситуативно неплох. Пиздец, просто надо было дать атос и нажать стики. Это единственное, что от него требовалось. Давай, давай, я с тобой, давай. Это все, ну, что пизда, ты можешь... Я синхую тебе пизда, блядь. Ты врываешься, как долбоёб. А, тут засада, ебутся коты. Я тут думал Марса. Сука, стрей, блядь, ты нахуй. Ведь какой же ты бездарь на шторме, братик. Прям аж кровь зла. Иди нахуй, какой, блядь. Какой же ты бездарный, брат. Сука, я думаю, блядь, голос знакомый нам. Все, Гримстроук ливнул, станция насосная. Станция насосная покинула игру, вайпер ливнул. Ну все, да не, в пизду, втроем мне интересно. Спасибо за игру, пацаны. Ну вы, конечно, и кашалот. Блять, я бы разъебал соло, если бы у меня тиммейты не покинули полигон, понимаете? У меня два тиммейта покинули корабль. Отдыхаем с друзьями в Турции в отеле за 900к. Берем частную яхту на день и зовем туда тёлок, но боимся, что мы стрёмные, блять, они нам что? Не дадут, потому что мы любим доту. Поскажи, пожалуйста, на ком лучше тащить в харде? Хорошего вам отдыха, братан. Ну знаешь, когда у вас, когда ты отдыхаешь в отеле за 900 кэсов и берешь частную яхту и зовешь туда телок, по-моему, ты не должен париться о том, как ты выглядишь, потому что там все будет нормально, поверь мне. А лучше просто сиди дома и ебашь в доту, вот в отеле за 900 кэсов. Тащишь в харде, берешь Бристлбека, Кентавра, Тайда, Андерлорда и на ком-то из них просто завозишь соляру. Здорово. Ух и треки. Хороший трек. Главное, вот когда девочки на яхту придут, берешь звук на максимум и ебашишь этот трек. Сразу все намокнут, все дадут.